Так, извините. Ох, какая же сегодня прекрасная погода. О, ты что, не подписался на мой канал? Да, для меня это будет подарком подписка и лайк. Ну ладно, перейдем к видосу. Так, ну вроде сегодня хорошая погода. Так, ну ладно, надо с багажника взять все мои вещи, которые я взял для пикника. Так. Ну, вроде вот мои вещи. Арбуз. Ого, какой тяжелый. И бутылку. Все, вроде все нормально. Ну все, вроде как все придумано. Пикничок сделан, арбуз положил. Ну, скоро сейчас я его буду хавать. Так. Опа, кого-то там я вижу. Опа, это же арбуз. Ходит там он занимается какими-то тусовками, конвульсиями. Ну, ладно, не буду на это обращать. Ладно, мне убить этого арбуза. Ё-моё, кто стреляет? Лучше, надо с ним что-то делать. Ладно, надо вставать. И надо убивать кого-то, на меня хочет убить. Опа, что там? Опа, вот кто у нас тут. Ай, блин! А ну-ка иди сюда. Ай! А, не-не, ай. Ха-ха-ха. Так, патроны целые. Опа, давай! А! Ага, думал, ты меня убьешь? Вот тебе, вон, на-на-на. Ай, мои ноги. Да, давай, заряжайся. Есть. Надо убить тебя. Ты вообще что делаешь? За мной, ты зачем портишь мне пикник? Думаешь о том же? Ай-яй-яй! На! Ёшки-макарошки! Человек, с вами все хорошо? С вами все хорошо? Я пока ему забитую раны. Ё-моё, что произошло? Вас расстреляли, и мы вам сделали операцию. Теперь вы будете жить спокойной жизнью. Что? Что со мной? Где я? Вы в больнице, молодой человек? Ё-моё. А, я помню, я какой-то челик на меня нападал, но я его убил. Походу, его звали Дебил Дебилович. Но точно не знаю. Завтра вы можете уехать спокойно. Окей, я пока еще посплю. Вот так и закончилась история. Если хочешь продолжение, поставь лайк, подпишись на канал. И не забудь поставить на колокольчик. Ну, сегодня все. Всем пока.
продолжение следует.